Российские пранкеры поговорили по телефону с главой новой раскольнической церкви на Украине. Беседа с Епифанием велась от имени председателя комитета Европарламента по внешней политике Дэвида МакАлистера. Запись и текстовую расшифровку сегодня выложили в сеть. Епифаний подтвердил, что без поддержки государства и президента лично новая церковь не появилась бы. При этом митрополит прямо заявил, активное содействие в этом вопросе Киеву оказал американский госдеп. По ходу разговора глава псевдоцерковной структура обещал помогать возвращению утерянных территорий, всячески способствовать продвижению либеральных западных ценностей и поддерживать представителей ЛГБТ-сообщества. Not all Ukrainians share Western tolerance. You cannot be part of the European family, and the church usually has a conservative position. Я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтобы не было этого консерватизма, чтобы мы отходили от этой русской традиции, чтобы церковь была открытой, была духовным поводырем украинского народа. Потому что мы движемся в сторону Европы. Мы должны отходить от той русской консервативной традиции. Мы должны быть с людьми. If new church will make soft its position and regarding LGBT community. Сейчас как бы нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало. Ну, конечно, мы будем общаться и искать ответы на сложные вопросы.